Всем привет, друзья! Мы в ветклинике приехали лечиться нашему пёсику. Клиника называется Мегавет у нас в Челябинске. И вот наш больной. Ему сделали анализы, ему сделали УЗИ, у него ЖКТ какое-то воспаление. И вот мы сейчас ездим на капельницу с ним. Второй раз вот сейчас делаем капельницу. И уколы еще нам ставят несколько препаратов. Вот. Он все терпит. Спокойно все. Достойно. С катетером сегодня ночевал. Утром мы ему укол ставили, правда, мимо. Вон он балдеет, лежит. Там вот капельница, препарат. Вот два таких огромных шприца по 45 миллилитров. У него будет вливать. Ну, чувствовать сразу себя стал чуть-чуть получше немножечко. Вот, балдеет. Насильно ему пурину выписали, чтобы кормить и шприца. Отказывается. Искусственные корма не ест. Никакие. Но, тем не менее, скормили ему сегодня утром чайную ложку. Вот так вот. Но будем надеяться. Еще у него с зубами плохо, посмотрели. Сейчас вылечим его, потом еще зубы будем ему. Там на удаление то ли два, то ли три зуба. Так что, друзья, держите за нас кулачки, чтобы выздоровел наш мальчик. Ну, вылечим, никуда уж не денемся. Вот, заплатили мы 6800 за прием, за УЗИ, за анализы крови, биохимии общей, за катетер, за уколы, за капельницу заодно. И вот сейчас утром он выдернул, когда мы пытались ему ставить укол. И сейчас снова катетер делали на другой лапке. Заново будем платить второй раз. Ну ничего, лишь бы выздоровел. Вот. Так что, друзья, вот, пожелайте здоровья нашему маленькому песику. А он летом будет опять бегать в саду, с нами вместе ездить в сад, счастливый, довольный. Вот так вот. Выздоравливай давай, ну, мой мальчик. Хорошая наша собачка. Очень, очень какой. Достойно ведет себя. Давай. Всем пока-пока.